рад вас всех приветствовать, видеть тех, кого я знаю, тех, кого я не знаю, тем более рад. Но мне вообще в целом не нравится слово «сетевой бизнес». Я объясню, почему. Сетевой бизнес очень часто воспринимается как что-то такое, знаете, история с навязыванием, с какими-то продажами, с клетчатыми сумками, с темой, когда вам звонят какие-то незнакомые люди, либо знакомые там полгода назад набирали и говорили: слушай, ну что, ты готов измениться, готов войти в новую жизнь, готов ли ты получить дополнительный доход, открыт ли ты к возможностям. Это, ребята, вызывает дикое просто отвращение, прям дикое отвращение. Поэтому история с сетевым бизнесом, она, ну, мне, знаете, мне захотелось вот вместе с нашим президентом, а точнее президенту вместе с нашим гением, создателем компании, сделать то, чего не было еще на рынке. То есть мы не заходим на рынок через историю хайпа, там, из серии «золотые яхты, украшения, залетайте, там у вас будет супер вообще жизнь, мечту там начинаем вам рисовать и продавать». Нам это не нравилось никогда. И мы эту историю не поддержим, поэтому я и говорю, у нас, ребята, нет такого понятия, как сетевой бизнес. Есть понятие компании «Evo Product». И вот то, что сейчас на рынке появляется, это совершенно другой уровень. Это представьте себе примерно, когда не было самолетов, люди думали, что ну типа ну нормально, машины ездят, лошади скачут, там, я не знаю, корабли плавают, и появляются самолеты. И люди просто не знали, что это такое, не могли это воспринять своей головой. Вот то же самое и сейчас. Выходит компания Evo Product, и люди просто даже не понимают, что происходит, что это совершенно другой уровень, что это совершенно другая жизнь, это другой маркетинг, это другая философия. Я в конце своего спича скажу вам важную фразу, которая перевернет ваше сознание. До этого нужно немножко дотерпеть. И, конечно, это, ребята, уникальные продукты, которые мы делаем. Небольшое предыстория, да, предисловие, когда я работал в других сетевых компаниях, а я, ребята, экспертом был очень таким, ну, серьезным, в серьезных компаниях. Я был разработчиком продуктов, продвиженцем продуктов, и меня всегда удивляла история по тем наименованием БАД или функционального питания, которое, в принципе, есть. Я вообще человек дотошный весьма-весьма. Я сам являюсь преподавателем в двух ведущих спортивных учреждениях. Сам чемпион России, Европы, мира, мастер спорта, фитнес-менеджером долго проработал, то есть строил фитнес-клубы, там был директором. Ну и, конечно, я нутрициолог, реабилитолог и, что самое важное, эксперт доказательной медицины. Я на все смотрю через призму скептицизма. Для меня не работают все БАДы, которые есть на рынке. И вот с этим мировоззрением я всю жизнь проходил, и даже когда находился в других сетевых компаниях. Но когда была история встречи с президентом нашим, будущим, он сказал: Саш, давай, короче, выбирать нишу, которую мы будем занимать. Это очень важно, потому что история с похудением надоела всем. История с косметикой надоела всем. История с БАДами, которые есть у каждого человека и всем знакомы, надоела всем. История там с экосредствами, бытовой химией надоела всем. Надо что-то придумать новое. Давай, говорит, тобой будем делать БАДы, но такие, которых нет ни у кого. Я говорю: подожди, да БАДы – это вообще история нерабочая. И он мне отвечает: а ты сделай так, чтобы она была рабочая. Представьте себе, мне же мое возражение закрыли. И я думаю: слушай, ну если я такой крутой эксперт, почему я действительно не могу, ну, попытаться хотя бы притронуться к тому, что я буду создавать историю сетевого бизнеса, историю вообще рынка биологически активных добавок? Я сел, ребята, начал очень долго изучать нишу, смотрел конкурентов, смотрел, что вообще есть, чего нет, и я понял, что нету линеек продукта для головного мозга. Есть, конечно, БАДы, которые поддерживают центральную нервную систему. Но это из серии, например, там, нормализация сна, там, какой-то гипертонус, когда человек пьет и его бодрит. Но таких, которые действительно влияют на фундаментальные процессы, на головной мозг, на мыслительную деятельность, таких нет. А головной мозг, ребята, это действительно самое главное. Он регулирует все наши с вами органы, всю жизнедеятельность организма. И понятное дело, что я сидел там, вычитывал научные исследования, я смотрел, читал литературу очень много и зарубежной, и понимал, что нужны такие компоненты, которые будут а. безопасны, б. действительно иметь доказанную эффективность, и все это надо завернуть так, чтобы это было вкусно. Вы представьте себе, с каким риском компания выходила на сцену. Ну, то есть набрали штат ребят амбициозных, по-своему сумасшедших, ярких, дерзких, которые сказали: мы сделаем так, как не было ни у кого. То есть, это правильно сказал, кстати, Никита, это типа история, когда вот выходит там на рынок Apple, и все угорали, типа, что за Apple, кто это такие, что они там придумают, какие телефоны, все же Siemens есть, и Bluetooth с инфракрасным портом, где надо передавать данные. Какой Apple, вы что, говорит, угораете, ребят?
И то же самое и здесь было, понимаете? То есть мы такие, а мы сейчас все переделаем, понимаете? Такие амбициозные вышли, молодые ребята, короче. А мы же могли как сделать? Просто взять, например, не знаю, вот этих вот умных, бородатых в очках технологов, которые 80 лет там где-то работали в каком-то НИИ, там, исследовательском институте. Взять таких закоренелых маркетологов, которые сейчас там напишут на маркетинг-план, будут заниматься продвижением упаковки, там что-то там выдумать, какой-то дизайн. А мы, ребята, взяли тех, кто любит рисковать, кто умеет рисковать, кто жаждет жизни, жаждет перемен и кто реально хочет изменить планету. Вот таких рискнули очень сильно. И, ребята, мы выиграли. Мы не знали, как зайдет продукт, а продукт на предстарте так зашел, что нас на предстарте компании, когда физически его еще не было, нас выпустили на международный форум Технопром, нас пригласили, где собрались ведущие деятели науки, медицины, которые представляли свои разработки, свои добавки, направления, инструменты для улучшения качества жизни. И тут наша компания с брейнштормом, с нашим флагманом. На нас все посмотрели, удивились, они сказали: ребят, да вы крутые, вы что творите? Вы создаете конкуренцию зарубежным аналогам. Вообще такого нет в России, нигде такого нет. Нас признали, ребята, на предстарте. Аргументы и факты. «Комсомольская правда», между прочим, газета, которую любит читать сам Владимир Владимирович Путин. Радио, журналы про нас везде стали писать. Мы так пошумели на самом деле. И это было очень круто. Поэтому то, что мы сделали сейчас, оно не имеет аналогов. Действительно, это очень важно. А еще самое главное, ребят, мы же не заходили такие типа из серии: ой, мы сейчас рынок разорвем, ой, мы сейчас всех тут накажем. Нет, ребята, у нас совершенно другая философия. Мы заходили, исключительно делая так, как мы считаем нужным. Мы не дискредитируем другие компании, мы себя не сравниваем ни с кем. Мы не оскорбляем партнеров, продукты, менеджеров, директоров там, других компаний. Мы ко всем с уважением. У них у всех офигенные продукты, лучший маркетинг. Но просто мы решили сделать так, как мы считаем нужным. Мы улыбаемся на любой хейт, на какие-то там истории там с недоверием и все остальное. Ведь у нас все действительно железобетонно. У нас компания официально зарегистрирована в России. У нас есть необходимая документация, свидетельство о госрегистрации на каждый продукт. У нас есть контрактное производство. Мы добываем сырье за границей, берем с Азии, в России, выращиваем сами. У нас есть международный стандарт качества ISO 22000, есть GMP. То есть мы полностью легальная компания, которая действительно делает безопасные продукты. И, соответственно, вот это вот все будоражит умы не только конкурентов, но и нас самих, потому что мы действительно сами в шоке от того, что сейчас происходит, какой идет товарооборот сумасшедший. Я вам просто скажу для сравнения. Я только что, вот только что, буквально за час, вот за этот час, который был, я сделал товарооборот, ребят, на 10 миллионов рублей за час. Это вообще какая-то фантастика невероятная просто. На 1 400 000, я вас обманул. Пересчитал, ошибся в цифрах, уже в голова кипит. 1 400 000 за час, ребят. 1 400 000 за час. Мы открыли сейчас два продукта, которые были в дефиците, и на 1 400 000 команда сделала товарооборот. Это говорит о том, что продукты нужны, они необходимы, они всем подходят, все от них кайфуют, и я хочу вам сейчас рассказать как раз-таки про наши новинки, которые у нас есть, и, конечно, про те продукты, которые у нас являются нашими флагманами. И вот тот самый легендарный брейншторм, друзья. Посмотрите на эту потрясающую упаковку, которая отличается просто от всех упаковок. Ведь мы заморачиваемся не только по дизайну, мы заморачиваемся и тоже в том плане, как эта упаковка должна работать. Вот я думаю, многие из вас замечали, что есть вот такая форма, да, это стики называются, стики, которые открываются неудобно. Вот надрываешь там с одной стороны, да, он разрывается, либо полностью не открывается. Ну, приходится что-то там париться, доставать ножнички, ножничками отпиливать, с этими ножницами ходить, это жутко неудобно. Что сделала наша компания? Мы поняли, что инновации должны быть на рынке не только в плане качества продуктов, там доказанной эффективности, вкуса, а инновации должны быть и в упаковке, и в дизайне. Мы заказали специально оборудование для наших стиков, для нашей упаковки. Ребят, мы та компания, в которой использовать даже наш продукт очень приятно. Все легко и просто открывается одним движением руки. Ребят, ничего не разрывается, ничего не высыпается. Это инновационная технология, которая позволяет использовать продукт максимально удобно. То есть мы даже здесь заморочились, вы понимаете, чтобы партнерам нашим было очень легко принимать продукт. А как вы понимаете, когда упаковка красивая, дизайнерская,
очень приятная на ощупь, ее даже жалко открывать, на нее даже вкусно смотреть, уже хочется купить, потому что она достаточно вкусно выглядит. И если говорить о содержимом, то это, ребята, конечно, революция. В чем она выражается? Мы использовали, это не просто вот этот волшебный фильм НЗТ «Области тьмы», все же видели, да, эту историю, когда там чувак сквозь стены ходил, открывал максимальные возможности своего головного мозга, да, фантастика, у нас нет никакой фантастики. Наши продукты работают с точки зрения физиологии. У нас есть такие компоненты в составе, которые запускают процесс нейрогенеза. Все достаточно понятно и легко. Это формирование новых нейронов, клеток головного мозга с последующим выстраиванием нейронной сети в голове. Вы действительно открываете новые грани возможностей головного мозга. У вас начинают работать те области, которые раньше не работали. Какие плюсы есть у продукта? Он повышает концентрацию внимания. То есть вы работаете в режиме многозадачности, у вас нет расфокусировки. Вы выполняете тот же самый объем работы, который делали, например, 6-8 часов, но за 2 часа, ребята. И вы это делаете максимально эффективно. Вы генерируете новые идеи. Вот у меня под брейнштормом создаются такие шедевры, которые действительно, это отдельная история про коллаген, который у нас появляется на днях, которых не было просто в мире. Мы находим такие решения вопросов, которые раньше просто-напросто, ну вот, ну не было решения, там даже ученые молчали. И это крутая история, потому что продукт работает именно в этом направлении, позволяя доставать из глубины своих мыслей то, чего раньше мы даже не могли, даже ну, посметь думать, понимаете, в чем суть. Этот продукт улучшает мозговое кровообращение. Ребят, почему это важно? Есть же здесь те, которые, ну, немножечко, чуть-чуть злоупотребляют алкоголем либо табаком. Но есть же такие ребята. Ну, не обманывайте, есть, точно знаю. Все, красавчик, я тебя поддерживаю, но не поддерживаю. Суть заключается в том, что мозг человека имеет острое нарушение кровообращения, конкретно клетки головного мозга, из-за того, что сосуды суживаются от употребления алкоголя и табака. Сужение сосудов, ребят, это гипоксия головного мозга. Это нарушение доступа кислорода к клеткам. А это, ребята, отмирание клеток головного мозга. И что делает наш продукт? Он восстанавливает кровообращение головного мозга, улучшая проходимость сосудов. Все. Вы поддерживаете свой головной мозг. Вы живете долго, вы чувствуете себя лучше, ясность ума. Это классная история. Также наши компоненты состава ежовый гребенчатый обладает доказанной эффективностью в плане улучшения когнитивных способностей. Что это означает? Ребята, это улучшение обучаемости, памяти, запоминания, речи, интеллекта. И все это тестировалось на людях. Этот продукт в действительности позволяет помнить даже то, что вы очень сильно хотите забыть. Это, наверное, единственный его, пожалуй, недостаток, который у него есть. Но, тем не менее, ребят, феноменальные качества результатов запоминания. Это тоже протестировалось уже на многих людях. Японская группа там тестировалась и показали действительно вообще просто впечатляющие данные. Этот продукт, ребята, повышает настроение. У нас в составе есть определенные компоненты, которые стимулируют выработку серотонина. Серотонин – это не только гормон счастья. Вот что значит счастье для жителей, например, России? Ну, счастье – просто родиться, хотя проснуться живым, правда? Вот ну, проснуться вот в этой вот ситуации мировой, которая сейчас возникает. Вот посмотрите в окно, в Новосибирске сейчас минус 17, сегодня тепло, понимаете? Но там снега много. Да какое у меня может быть счастье от этой грязи, от этой серости? А если у человека есть стресс? Если у человека есть депрессивное состояние, все, ребята, нейрогенез затормаживается. То есть клетки головного мозга начинают потихонечку гибнуть. И эту историю нужно поддерживать, потому что серотонин – это не только гормон счастья, это еще и нейромедиатор, он отвечает за передачу нервного импульса и обеспечивает лучшую функциональность нейронов. У нас в составе есть этот элемент, это аминокислота, которая повышает уровень серотонина. Соответственно, вы всегда находитесь в рабочем состоянии вне зависимости от вообще любых природных факторов, стресса, недосыпов, плохих новостей. Это очень крутой продукт, натуральный состав, нет никаких наркотических, психотропных, гормональных веществ. И это очень здорово работает. Также у нас есть в составе ингредиенты, которые улучшают передачу нервного импульса до скелетной мускулатуры. Это важно для людей, которые занимаются спортом и занимаются фитнесом. Я думаю, каждый раз замечал, что в зале начинаете тренироваться, и у вас не хватает сил немножко сделать подход какой-то. Ну вот тяжело поднимать штангу, там надо сделать 12 повторов, вы делаете 10. А почему это? Откуда? Это из-за головы все, ребята, идет. Вы настолько переутомились, что у вас просто сократимость мышц становится хуже, у вас не хватает сил. И где эти силы взять? Нужно простимулировать головной мозг, центральную нервную систему. Таким образом у вас улучшается передача импульса, у вас повышается эффективность и сократимость мышц. И это важно. А отсюда, ребята, все ваши цели. Хотите накачаться, гипертрофию иметь, пожалуйста, пейте наш продукт. Хотите увеличить выносливость, пейте наш продукт, запускайте процессы жиросжигания. Это очень важно. Кроме того, компоненты состава, что
сильно прям имеет значение, они борются с психическим, физическим переутомлением. Вот вы на работе где-то находитесь, сетевой бизнес, например, да, либо в найме, либо в сетевом, там дома какая-то, не знаю, ругань с женой, там семейные проблемы, машина сломалась, и у вас все это стресс, понимаете, вы там напрягаетесь, много работаете, устаете. Этот продукт не дает переутомиться центральной нервной системе, он ее восстанавливает. И это очень здорово в эпоху вот этой информационной перегрузки, которая существует у каждого человека. Таким образом, мы действительно создали то, что помогает человеку улучшить качество жизни, что помогает человеку жить полной грудью, и что самое главное, возвращает в состояние молодости, которое было у человека. Ну, мне 35 лет, ребят, я себя чувствую реально 25 лет, я такой же заводной, веселый, бегаю, знаете, работаю с 2 часов ночи, только сплю до 6 утра, все остальное время я 24/7, как белка в колесе. Мы позволяем с помощью этого продукта, друзья, вернуться в состояние молодости, когда вам было 18 лет, когда вы были такие горячие, знаете, хотели жить. Поэтому этот продукт, вот он возвращает желание жить. Вы же знаете, у нас люди как, да, там, ну, удручает всех это состояние, вставать на работу, вести ребенка в школу, готовить там ужин, то есть всякие планерки, работы. И уже вот эта монотонность человеку в течение дня, в течение всей жизни надоедает. Он понимает, что он от этого устал. Бывало же, да, такое чувство, все хочется к чертям бросить, вообще просто выбраться из вот этой вот нудятины и так далее, но все время нет сил. И, ребят, этот продукт дает вот эти жизненные силы. Он действительно вам помогает вернуться в то ресурсное состояние, которое когда-то было у нас утеряно в связи с нашим возрастом. Поэтому выйдите за грани возможностей. Здоровый мозг, друзья, это здоровая прибыль вместе с нашим продуктом Brainstorm. А теперь я хочу вам рассказать про важный очень процесс, который у нас тоже нам очень сильно необходим. Это жизненная энергия. Это наш фундаментальный продукт, энергетик Эватон. Есть же здесь любители кофе. Те, которые любят пить кофе. Но некоторые пьют кофе просто потому, что он вкусный, правда? Ну, вкусный, нравится пить, но при этом бодрости никакой от этого кофе не испытывают. Или, например, есть те, которые любят пить энергетические напитки, типа Адреналин Раш, Red Bull и всего остального. Ну да, классная вещь, но она безумно вредная, химические всякие компоненты, которые раздражают слизистую оболочку кишечника. Ничего полезного нет. Есть, кто любит пить предтренировочные спортивные комплексы. Но, ребят, там такое переутомление ЮЦНС, что человек очень долго восстанавливается. И какое решение приняла компания? Сделать такой энергетик, который будет вкусный, безопасный, эффективный. И что мы сделали? У нас в составе только растительные компоненты, натуральные компоненты, которые мягко тонизируют, длительно тонизируют, без побочных явлений для организма. То есть нет давления повышенного, нет тремора, нет тахикардии, нет вот этого синдрома отмены. То есть когда вы, например, ну, отменяете какой-то стимулятор, у вас начинается вот развиваться апатия, депрессия, и вы хотите выпить еще, 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 либо начинаете заболевать, потому что нет энергии. У нас все просто. Вот если вы пьете, вы бодры. Не пьете, вы обычный, вы нормальный. И нет никакого привыкания к компонентам состава. Это очень важно. Кроме того, наш продукт ускоряет обмен веществ. Ребят, а ускорение обмена веществ – это процесс жиросжигания. Это факт. Этот продукт увеличивает выносливость, что тоже немаловажно в условиях бешеного ритма жизни, когда мы просто-напросто к вечеру устаем и не успеваем сделать никаких дел. Кроме того, этот продукт содержит адаптогены в составе. А что это означает? Это не только общеукрепляющее воздействие на организм, но это, ребят, и когнитивные способности, улучшение когнитивных способностей. Тот же женьшень научно доказан, да, он улучшает память людям. И это очень важно, ребят. И еще ко всему прочему, да, ребят, я все отвечу на вопрос чуть попозже. И еще ко всему прочему снимает напряжение центральной нервной системы. То есть представьте, два в одном. С одной стороны компоненты тонизируют, а с другой стороны защищает нервные клетки от перенапряжения, от переутомления. И на нас сейчас смотрят очень серьезные блогеры, которые разбором занимаются наших продуктов. И они сказали, ребят, ну это биохакеры, кстати, очень, очень серьезные, очень модные. Они сказали, ребят, как вы смогли такой состав зарегистрировать как БАД? Ведь у нас все линейки имеют регистрацию в связи с госрегистрацией. То есть мы официально можем продавать себя в аптечных сетях, но выбрали путь продвижения через MLM развитие, через MLM структуры и маркетинг. Поэтому классная вещь, натуральный вкус грейпфрутового сока и при этом, ребята, ноль сахара. И это очень круто. Едем с вами дальше. Если посмотреть на следующий продукт, про который сейчас тоже говорят очень многие, это функциональное питание. Ну вот здесь сейчас начинает, знаете, как обычно, лететь такой камень в огород, начинает сравнивать с компаниями, которые занимались похудениями,
начинают нас сравнивать там со всякими компаниями, которым уже по 20-30 лет, типа, что вы там могли нового изобрести, чем вы собираетесь рынок удивить. А я вам скажу, чем мы собираемся удивлять рынок. Ребят, в нашем составе нет ничего лишнего. Мы смогли договориться со своей совестью. Знаете, что это означает? Многие сетевые компании хотят зарабатывать на своих партнерах. Как? Делают максимально низкую себестоимость и продают задорого. Высокая маржинальность. Что делали мы? Мы смогли со своей совестью, сделав очень дорогой продукт по себестоимости, но при этом абсолютно в рынке. Мы не хотим экономить на здоровье своих партнеров. Это наша ключевая позиция, ребят. Поэтому в нашем продукте нет сои, которую так многие не любят, которую все разносят. У нас нет лактозы, у нас нет молочного белка, у нас нет сахара, мальтодекстрина и крахмала. А что у нас есть, ребят? А у нас есть, друзья, только исключительно сывороточный концентрат, очищен от лактозы, от молочного жира, высокой, значит, европейского качества сырье. При этом у него самое лучшее максимальное усвоение и богатый аминокислотный состав. В составе есть полезные жиры, которые не только защищают, например, сердечно-сосудистую систему, так они еще и вдобавок влияют на улучшение когнитивных функций. Это МСТ, масла, среднецепочечные триглицериды. Они питают мозг энергией. При этом они не переходят в жировые отложения. В составе есть палатинозы, это медленный углевод, который не повышает уровень сахара в крови, который не вызывает кариеса, который тоже не откладывается в жир и при этом дает медленную энергию. Соотношение белков, жиров и углеводов, 16 грамм белка, 5 жира, 5 углей, это длительное насыщение, это низкая калорийность. И это, друзья, польза, это строительный материал для наших с вами мышц. У нас с вами дефицит белка в рационе. Россия вообще занимает 4-е место по ожирению. У нас высокая смертность от отсутствия белка, потому что процессы саркопении, возрастного истощения мышц, они касаются каждого россиянина. У нас смертность высокая от коронавируса, я думаю, вы это знаете, среди пожилых лиц. Почему? Потому что белка не хватает в рационе, в организме. И при болячке, при вирусе он начинает отдавать собственные белки. У человека не хватает этого аминокислотного запасника, и он начинает заболевать, либо летальный исход. Поэтому у нас и качество продуктов очень низкое. У нас белок просто низкого качества. Люди, например, покупают себе там куриную грудку, а там, дай бог, 10 грамм белка будет. В рыбе вообще практически этого белка не содержится, она вся перемороженная. А еще очень часто у людей есть пищевое нарушение. То есть они просто едят полуфабрикаты, питаются несбалансированно. Перекусы – это шоколадки, печеньки и все остальное. У нас страна действительно страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных ожирением. И этот продукт создан для того, чтобы восполнять норму белка, чтобы человеку настроить его пищевое поведение. Это используется в качестве перекусов. Это используется как дополнительный источник белка, либо замена одного приема пищи. Мы же адекватные, мы никому не говорим, не ешь еду и ешь только наши коктейли. Нет, ребят, так не работает. Мы наоборот всем говорим, что нужно питаться правильно, должна быть нормальная еда в рационе. И при этом, если вы хотите снизить массу тела, заменяйте один прием пищи. Это будет вкусный дефицит калорий. А по вкусу, ребята, это просто пушка. Максимально натуральная консистенция, вкус. Нет химического послевкусия, нет абсолютно никакого порошкового вот этой консистенции, которая не натуральности, лишних ароматов. Это действительно вкус настоящего мороженого. И при этом, ребята, ноль сахара. Мы используем инновационные сахарозаменители, которые в 600 раз слаще сахара, и согласно научным данным и исследованиям, они абсолютно безопасны. Одобрены Европейским Союзом, Таможенным Союзом. Друзья, мы, когда разрабатываем все наши продукты, мы за инновационность. То есть мы не просто, например, делаем инновационный флагман, да, который у нас есть, нет на рынке, но у нас встречаются и те продукты, которые вы все привыкли видеть. Но с одним лишь отличием. Они либо с инновационным компонентом, либо они все, естественно, с доказанной эффективностью, с высоким содержанием действующих веществ и, конечно же, потрясающе вкусные. И это не исключение. Коктейль BodyBox сейчас набирает огромную популярность, его разбирают просто на ура, и люди, которые пробуют, говорят, что это действительно вау-эффект. Это то, чего не было не просто на рынке сетевого бизнеса, а то, чего не было в мире еще, друзья. Едем дальше, и следующий продукт, про который я хотел вам рассказать, это иммунопамп. Ребят, вы же понимаете, что возникают в жизни ситуации, когда нам некогда болеть. Нам просто некогда болеть. Например, нам необходимо отвезти ребенка в 6 утра в школу, а у нас сопли. Некогда болеть. Нам нужно поехать на какое-то важное мероприятие, деловую встречу. Нам некогда болеть. Нам нужно поехать в отпуск в Таиланд зимой, в долгожданный, которого мы так долго ждали. Некогда болеть.
И это, друзья, большая проблема, особенно для жителей России. Постоянный холод, вирусные заболевания простудные, бактерий очень много. И мы действительно находимся в зоне риска. Особенно сейчас, вот этот страшный период пандемии. И что сделала компания? Мы изучили рынок биологически активных добавок лекарственных средств, которые, ну, очень часто пьют жители России, стран СНГ, Европы. И что я вам хочу рассказать? Очень много добавок, 99% не обладают доказанной эффективностью. Пустышки, ребят, плацебо. Не существует противовирусных препаратов. Но они, конечно, есть. Там, например, когда ВИЧ, люди болеют гепатитом, либо вирусом герпеса. Но это лекарства, которые назначает врач при таких заболеваниях. Против простуд не существует никаких противовирусных препаратов. Их просто не бывает. Они не обладают доказанной эффективностью. Это пустышки, ребят. И это очень было важно понимать, потому что возбудители только там вирусы, не знаю, простуды, их 51 штука. При этом 10 в 26 степени вообще вирусов существует. И как этот ацилококцинум какой-то может помочь человеку выздороветь, кто не знает. Фармкомпании специально не выпускают рабочие продукты для того, чтобы вы, ребятки, покупали все больше и больше лекарств, сопутствующих каких-то препаратов. И мы первая компания, кто сделала действительно достойную добавку, которая выполняет просто самую важную функцию. Мы поддерживаем свой собственный иммунитет. Причем поддерживаем его всегда на высоком уровне, и не будет переутомления нашей иммунной системы, самого главного органа, тимус, да, который отвечает за дифференцировку Т-лимфоцитов, за их созревание. Вот если попадает в организм вирус, организм очень умный, он начинает вырабатывать определенное количество Т-лимфоцитов. Но именно этот продукт позволяет поддерживать как клеточный иммунитет, так и целый там специфический, неспецифический, да, у нас есть, который нам позволяет всегда включать в нужный момент времени. Поэтому здесь невозможна передозировка, либо там, знаете, иммунитет взаймы. Эта история работает тогда, когда организму нужно, тогда, когда есть опасность. Если описать вкратце, этот продукт направлен на моментальный запуск, поддержание на высоком уровне, на аккумуляцию иммунной системы, профилактику заболеваний, борьбы с ними, укорочение сроков болезни, ускорение сроков выздоровления, снижение симптоматики заболевания, ликвидация, да, симптомов и, конечно же, на ресурсное состояние, на включение головного мозга. Мы отменили болезни. Если раньше говорили, что невозможно купить здоровье, компания EvoProduct разрушила этот стереотип. Друзья, здоровье можно купить, и здоровье должно быть в каждом доме. У каждого человека должен быть этот продукт. У нас, да, его сейчас дефицит, буквально продажи были открыты на час, его снова весь практически разобрали. Вот такая вот интересная история получилась. Следующий продукт – это уже предновинки, которые у нас были, которые вышли, которые разобрали уже в первый месяц. Это, друзья, EvoDrainage. Потрясающий комплекс, на что он направлен, на выведение лишней жидкости из организма. Попутно с этим он забирает с собой, вот это вместе с водой выходят все вредные токсины, соли тяжелых металлов, шлаки, сохраняя при этом водный электролитный баланс, сохраняя при этом все полезные вещества. Уходит отечность, вот эти вот мешки под глазами, особенно от огромного количества углеводов в рационе, когда мы там переборщили вечером, наелись чипсов, сладкого, у нас задержка воды в организме, этот продукт как раз-таки снимает вот эту вот отечность. Снимает отечность с ног, что очень важно девчонкам, когда вот эти сапоги тяжело застегиваются, да, расстегиваются вечером. Этот продукт позволяет снизить объемы нашего тела. Есть очень хороший лимфодренажный эффект, это лифтинг-эффект для кожи, подтяжка кожи за счет экстракта крапивы, которая содержится здесь у нас в составе. Это, друзья, очень классно работает, поскольку для девушек очень важно иметь упругую кожу, но у нас еще, кстати, скоро появляется коллаген в продаже. Это просто пушка, про нее вам тоже отдельно расскажу, когда вы зайдете к нам в рабочие чаты. Это вещь, которая перевернет сознание многих людей. Вернемся к EvoDrainage. И здесь, друзья, самое главное, то, что он оказывает лечебно-профилактическое воздействие. В составе есть фитоарбутины, это те элементы, которые обладают антибактериальным, антимикробным и противовоспалительным эффектом. То есть при заболеваниях мочевыделительной системы это отличная поддержка. Циститы, простатиты, различного рода простудные явления. Все решается с помощью нашего продукта. Ну и для девушек он очень важен, потому что он нормализует цикл и, естественно, снижает болезненные ощущения. Топ-продаж. Биологически активная добавка, которая уже всем абсолютно нравится, которые его покупают, радуются. Но, друзья, я первый раз вижу такую компанию, в которой 100% положительные отзывы о каждом продукте. И наша новинка, которая вышла уже в этом месяце, это EvoProSlim. Если сказать, что с помощью этого продукта мы дарим человеку легкость, ощущение легкости, то с помощью этого продукта, друзья, мы разрешаем есть все, что хотите, и не толстеть. Вот это да! Вот это вот мы зашли на рынок,
мечта многих сейчас просто сбылась. Как работает этот продукт? Во-первых, он нормализует деятельность поджелудочной железы, нормализует функционирование сердечно-сосудистой системы, он снижает уровень плохого холестерина, а это, друзья, снижается риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Он нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. Какие у него есть функции в плане фигуры? Первое, он снижает тягу к сладкому. Мы с вами все сидим на наркотической вот этой игле, на сахарной игле. И это ненормально. Сахар – это вред, сахар – это зло. Он вызывает воспалительные заболевания, метаболические заболевания. Он вызывает рост патогенной, условно-патогенной микрофлоры кишечника, кандидоз, нарушение всасываемости кальция и повышенная сальность кожных покровов. Это вот просто вред. Сахар – это смерть. Но если вдруг вы все-таки согрешили, и если вдруг вы съели что-то такое запрещенное, тортик, например, вечером, когда нельзя, он блокирует всасываемость вот этих сахаров и вредных жиров, ребят. Если вы на новогоднем столе наелись на Новый год огромное количество еды, выпиваете две капсулы этого продукта, и эти калории лишние у вас не откладываются на ваших жировых отложениях, ваших жировых отложениях. Это потрясающая история. Так вот, касаемо сладкого, он снижает тягу к этому сладкому. Более того, он регулирует аппетит. Вы просто не хотите есть в огромном количестве. Если кто-то сидит на диете, меня поддержит. Ребята, спортсмены, как это тяжело вообще. Это же надо постоянно считать калории. Это нельзя есть то, что мы привыкли есть. Это скучная куриная грудка и гречка, да? И, соответственно, какие возникают настроения? Да депрессивные. Ты хочешь прийти домой, и именно вечером ты хочешь что-то съесть, открыть холодильник и все смести. Ну, вы понимаете, да, это проблема. И что делает этот продукт? За счет того, что он, опять же, влияет на уровень серотонина, вы в потрясающем настроении. У вас нет вот этого вот срыва, да, с диеты. Вы хотите дальше придерживаться этого образа жизни, на котором вы находитесь. Но самое важное, еще раз скажу, если вы сорвались, то не будет у вас всасываться вся эта, все эти лишние калории. Был научно доказанный факт, что компоненты нашего состава применялись в течение года и снизилась жировая масса тела на 6%. При том, что люди на диете не сидели, ребят. А представьте, если мы еще будем придерживаться диетических мероприятий. В общем, это must have в каждом доме. Если все-таки вы следите за своей фигурой, если мы все нормальные, обычные люди, мы любим срываться, этот продукт позволит сохранить фигуру мечты. Вот такие вот у нас обалденные продукты, как правильно говорил Никита уже много раз это слово. И, конечно, у нас не просто я один сижу и что-то там изобретаю, сидя на коленке. Как я уже говорил, у нас есть контрактное производство. Есть команда технологов, которая работает над каждым продуктом. Разные технологи, ребят. Мы действительно очень долго изучаем доказанную эффективность и компоненты их влияния. Даем рыночную цену, при этом потрясающее качество и, что самое главное, безопасность. Каждый продукт несколько раз тестируется, проводится лабораторный анализ 5 раз. 5 раз, когда закупается сырье, когда делается пробник, когда идет в регистрацию, когда на конвейерной ленте сходит и еще и вдобавок рандомно выбирается. Ребята, 5 лабораторных анализов качества. Это очень круто действительно, ребят. И, как я сказал, наша самая главная философия, друзья, это не использование продуктов в качестве инструмента для активации, для построения бизнеса. Наши продукты – это история осознанного потребления, это культура потребления. То есть мы заходим именно через любовь к продукту. Мы его покупаем для того, чтобы улучшить качество своей жизни, помочь своим близким. А самое важное, друзья, мы имеем возможность строить на этом бизнес. И, как я уже говорил, мы за историю, которая связана с улучшением качества жизни всего населения Земли. Подарить улыбки в дом, помочь тем людям, которые ограничены в чем-то, которые не могут вкусить полной грудью жизнь, которые хотят быть ресурсными, хотят быть продуктивными, ребят. Деньги – это просто побочный эффект. Денег здесь очень много. Я на них специально не акцентирую внимание, Никита все про это расскажет. Ну, мой чек за 2 месяца составил 1 миллион 717 тысяч рублей. Ну, вот просто вышел человек, поработал 2 месяца, и так получилось. Это, ребят, крутые цифры, это получится у каждого, если вы будете также любить продукт, любить компанию, развиваться в ней. И я в самом начале сказал, что мы не сетевой бизнес. И я хочу вам рассказать очень важную мысль, которую вы сейчас все поймете. В сетевой бизнес идут те, кто хочет кому-то чего-то доказать. А в компанию Eva Product идут те, кому доказывать нечего. Это ключевая фраза, ребят.
которая вам позволит здесь действительно показывать высокие результаты, писать свою историю, играть свою жизнь в огромном комьюнити единомышленников, которые действительно хотят поменять мировоззрение на этой планете. На этом у меня все, друзья. Если вдруг есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Было с вами приятно пообщаться. Мне тут в личку начинают написывать, путают, вернее. Тебе пишут: доктор Алекс, ты лучший, ты тигр, что за огонь. Вот, но я думаю, ну смотри, мне в личку, короче, вопросы пишут, они, наверное, не умеют писать в общий чат, пишут, какая дозировка 5 HTP в одном стике, да, то есть еще что-то. Ребят, наверное, такие технические вопросы вы сможете задать. Ну, это можно посмотреть, во-первых, на сайте, во-вторых, можно будет задать смотри, вашим наставникам. Да, я хочу здесь поправиться. Смотрите, друзья, у нас... есть уникальная рецептура. Мы, как компания коммерческая, естественно, вправе не оглашать определенное количество ингредиентов, которые есть у нас в составах. Это нормальная история, но представьте себе, мы сделали продукт, он инновационный, он помогает людям. Если мы рассекретим соотношение ингредиентов и дозировку всех, то тогда нас украдут этот рецепт конкуренты. Зачем? Мы какие нужно показать, которые... в соответствии с РСП, рекомендуемой суточной нормой потребления, в соответствии с регламентом, мы вносим. То есть, например, если ежовик, то у нас в этом продукте, он не написан, но мы всем говорим, 1 грамм, это 100%, да? Если, например, мы говорим про 5 HTP, я не буду говорить точной дозировки, это суточная норма, понимаете? И у нас это все вынесено на упаковку, и понятное дело, что это уникальная рецептура, про которую мы не будем рассказывать. Вот если вам интересно... У нас сейчас много задают вопрос про ежовик, потому что это ноу-хау. Ежовик – это мощнейший продукт, который обладает действующими веществами эриноцинами. Именно они отвечают за нейрогенез. И у нас в сырье используются мицели, то есть больше всего где этих полезных веществ, они преодолевают гематоэнцефалический барьер, то есть они проходят эту защиту и, естественно, благотворно влияют на деятельность нейронов головного мозга. И у нас используются мицели, чистые мицели. Я сегодня писал в одном из чате, Никита там находится, по поводу того, какое у нас сырье, как оно выращивается. Мы сами выращиваем ежовик. У нас огромная лаборатория нашего контрактного производства. У нас уже есть видео, мы скоро все выгрузим, покажем. И мы на рынке, по сути, являемся монополистами этой истории, являемся законодателями моды истории, направленной с биохакингом. Дальше будет еще больше продуктов, направленных на мозговую активность. Наша линейка расширяется. И то, что мы будем для вас делать, это будет воистину удивительно, друзья.